Так, ну что, все, собираемся. Все, мы поехали. Так, цветочек у нас здесь стоял. Все, смотрим на море. И до следующего раза. Пока. Мы приедем домой ночью. У нас час дня. Да, у нас час дня. Все, поехали. Нет, мы уже на пляж не пойдем, зайка уже все. Все, обуваемся. Быстренько. На выход. На выход. Чао, да. Чао. Пока-пока. Пока, мы пойдем жить. Мы будем скучать. Мы поехали на наше озеро. Будем в озере купаться. Vamos a las montañas. Так, ничего не забываем, компьютеры. Ты же в другой футболке, а нет, в этой. Так, все, вот у нас сколько сумок, что-то у нас это, мы приезжали, было меньше, да? Так много всего купили? Нет, вообще-то нет. Не забудьте подушки ваши. Так, все. В этот раз мы решили по-другому немножко поехать, да? Теперь больше места. Да, больше места. У нас что-то так много сумок в этот раз. Домой поехали, накупили, не знаю чего. Не знаю, что мы купили, но как-то многовато сумок. В общем, Ксюшка поедет здесь, и Маргошечка одна от раз. Сзади. Сзади, то есть. А я вот так вот три. Как тебе там, нормально? Там лучше, потому что там машины тебя не дразнят. Ты там ветер дуть. Плакать не будешь потом, что ты хочешь назад? Смотри. Сейчас папа купит водичку, и мы поедем. Так жарко. У нас остановочка небольшая. Мороженку покушать, заправиться. Открывай, там Ксюша тебя откроет. Ксюша тебя откроет. Да, да, да. А у вас другое Орео, что ли? Да. А у нас такое. Я маме сказала, что я не могу много кушать. Ага. Ну все, заправились и поехали. Машина полная. Что? Мусор давай мне куда-нибудь. У меня что-то... А у меня пакет здесь есть. Давай. Как дела? Каролиночка спит. Ну не трогай, не надо. Пускай спит. Ксюнь, пускай спит. Ксюня. Устала. Нормально все? Небольшая пробочка. Едем в пробке. Очень много машин. Хорошо ночью ехать. Надо было ночью поехать. Так, где мы едем уже? Во Франции, да? Франция? Мы уже во Франции едем. Ну, кто-то с велосипедами едет отдыхать. Франция куда-то поехала с велосипедами. Смотрите, еще там с велосипедами. Прям это... У меня батарейка садится в камере, я другую не зарядила. О, боже, придется на телефон снимать. Ух ты, как красиво! Супер! Прям звездное небо, звездный потолок у тебя. Остановочка. Остановочка. Выходим. Можно прогуляться и отдохнуть немножко. Где мой другой носок? Ой, спина же болит, а? Нам еще ехать 5 часов. Нет, это не чики наггет. Давайте немножечко разомнемся. Разомнемся и поедем дальше. Мама, ты мне лопату. Да. Давай выбирай. Это стоит 7. Смотри, с кока-колой. Это стоит 7,25. Здесь уже сразу готовый либо салатик, либо сэндвич. Макси. А что там внутри? Сэндвич тоже? Там сэндвич. Что ты нашла? Смотри. Конфеты? Рюкзак. Давайте, выбирайте, что хотите. Я бы вот этот салатик взяла себе. Мне просто яйца не нравятся. А, да. А что, без яиц нет? Они все одинаковые, да? Они все одинаковые.
Я бы вот это вот взяла, но мне кола не нравится. Смотри, здесь есть чипсики и здесь есть... Мой новый любимый. У Маргоши там бутербродики. Дай положи в себе в коробочку, все, или куда там. Я не начала. Ты сделала себе салатик? Тебе помочь? Салатик очень вкусный. Такой вот там перемешивается все. Сыр, ветчина, сухарики, еще соус, вообще прям супер. Вкусняшка. Марго, я первым наплыву. Папе, дай один. Папа свой съел. Спасибо. Папе! Не надо. Что вы там надули? Ты у Каролины сколько там? Мама. Три сразу, что ли? Мы хотим взять вот такой. А там разные цвета есть? Да, там есть синий, желтый. И зеленый, и красный. Еще спать не хотите? Да. Круто. Марго, это очень сложно. Ох, какой он длинный. Съехали мы на другую дорожку, чтобы нам быстрее доехать. Опять платить. А мы в Швейцарии? Нет, мы еще не в Швейцарии, мы еще во Франции. Ты что? Там учись. Еще 4 часа 45 минут. Приветик. Я местами поменялась с Маргаритой. Потому что Макс захотел со мной лежать рядом. Поэтому Маргоша там впереди. Папа едет. Как Ксюша пузыри надувает. Они такие вонючие. А что нам воняют? Такие вонючие. Нам еще ехать 3 часа. 11 часов ночи. Что-то из вас никто спать не хочет. Да? Не спится никому? Нет. Каролиночка в телефоне сидит, смотрит. Да. Да. Чуть-чуть осталось и будем дома. Да? Все, приехали. Приехали. Нет. Уже подъезжаем почти. Наша дорога домой знакомая. Давно не ездили здесь. Еще чуть-чуть и приедем. Детки спят все. Маргарита, ты спала? Марго? Ты спала? Нет. Маргарита не спала, я тоже, а так все остальные спали. Все, подъехали мы, ребята. Все хорошо. Доехали быстренько. Все хорошо, мы дома. Сейчас будем деток заносить домой, как не знаю. Чунчик, просыпайся, мы приехали. Чего? Устали? Рады, что дома? На время, смотрите, 2:30. Сейчас спать. Быстренько в кроватку. Где Кики? Мы посмотрим, где Кики. Есть покушать? Водичка. Лена все семена съела. Вот эти палочки. Ну-ка, давай, доставай. Закупить больше нету. Пустые палочки. Угу. А что шепотом говоришь? Думаешь, она спит? Кики, выходи. Мы соскучились. Кики. Ой, ты сладкая. Она тебя забыла, наверное, уже твой запах. Кики, привет.
Привет, нюхает сразу, нюхает. Душа моя. Скажи, это кто приехал? Подушек нет, в общем, подушки все оставили в машине. Завтра все вещи занесем, а сейчас спать. А что у тебя грязные шорты испачкала что-то? Где? Ой, пробую. Иди. Малышка ты. Так соскучились. Хомячок ты наш маленький. Теперь будете вместе спать. Отдохнули друг от друга, теперь вдвоем. Все, давайте, спокойной ночи. Пока, ребятки, мы отдыхать. Будем завтра долго спать. Да. Сегодня, то есть, до обеда. Все, пока-пока.